Приветствую всех на канале. Сегодня тема модернизация бумбокса. Вот такой нехитрый бумбокс мы собирали. Вот. Работает он у меня ежедневно в мастерской. Вот. Пришла с ним музыка. Питается он от USB источника. В принципе, блок питания у меня есть USB. Можно и от компьютера, или от пауэрбэнка запитать. Вот. Но что я там заметил? Заметил я вот такие как бы окошки для светодиодов. В оригинале они подавали сигнал. Это бывший модем корпус. Вот. И мне понравились вот эти окошки, так сказать, чтобы создать индикаторы. И вот я такие индикаторы уровня сигналов купил. Две штуки на каждый канал. Отдельно по индикатору конструкторы такие. Раньше я их собирал, так что ссылку дам и повторять не буду в видео, потому что одно и то же. В принципе, эти индикаторы неплохие. Каждому по 5 светодиодов. У меня тут 3 окошка на канал, 6 всего. Но ничего страшного. Будем использовать, как бы поставим светодиоды, и они будут высвечивать, соответственно, индикаторы. И как получится, сейчас мы посмотрим, соберем и посмотрим. Если кого интересует сама сборка, внизу под видео будет ссылка. Вот, а я быстренько соберу и покажу, как все это получится. Быстро собрал. Конструкторы очень легкие, для начинающих как раз. Так что соединение тоже быстро. Теперь надо проверить. Включаем наш... Так, работает. Все нормально. Все отлично. Так, теперь что нам осталось? Все это положить внутрь корпуса, так? Значит, я его выключу на всякий пожарный. Так, мы его как положим тут внутрь корпуса? Так, таким образом, чтобы прикрепим с помощью термоклея. Вот так поставим. А, да. Вот эти светодиоды сюда должны. И вот так разместим в корпусе. Сейчас покажу, как это все получится. Все, так разместил, заклеился прочно. Вот, теперь закрываем крышку, и все нормально должно быть.